Этот спектакль впервые поставили еще 4 века назад, в далеком 1606 году. С тех пор было немало различных постановок, от классических до авангардных. Ну а в 2013-м его персонажи заговорили на чувашском языке. В Театре юного зрителя ставит знаменитую пьесу Шекспира «Король Лир». Далекая Англия, предположительно, 9 век до нашей эры. Легендарный король Лир. Только вот и Корделия, и герцоги Бургундский, Корнуэльский, и сам король, другими словами, все герои произведения великого Шекспира говорят на чувашском языке. Увидеть такое можно будет в новом сезоне Театра юного зрителя. Сейчас там идут репетиции. Кроме «Короля Лир», в новом 81-м сезоне зрителям покажут пьесу немецкого поэта Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». На постановку этих произведений на чувашском языке театр получил федеральную поддержку в рамках программы «Культура России». «Король Лир», «Мамаша Кураж» – это вопрос отцов, детей, матерей и вопрос Родины. Что такое Родина и что такое человек в этой Родине? Кто он, сегодняшний патриот своей Родины? Образы шекспировских героев создаются не только на сцене, но и за кулисами. Чтобы артисты Тюза смогли в прямом смысле слова примерить на себя далекую эпоху, в швейных мастерских театра кипит работа. Актеры репетируют, костюмеры шьют, художники готовят декорации. Однако зрителям придется потерпеть до осени. Открытие 81-го театрального сезона запланировано на 20 сентября. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.